Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Спешу вас обрадовать! Мы наконец-то переносим демонстрацию всех наших больших видео в YouTube. Теперь и клипы, и обзоры концертов, и репортажи из рок-путешествий можно будет увидеть только на нашем YouTube-канале. Следующая новость понравится моим любимым хейтерам. Мы больше не будем утомлять их своими клипами, снятыми на 12-й iPhone, которые им так не нравятся, что они оторваться от них не могут. Теперь мы будем размещать в интернете только аудиофайлы, а клипы будем снимать только на те песни, которые наберут наибольшее количество просмотров. Теперь у хейтеров и прочих величайших профессионалов, поучающих меня, как делать музыку и качественный звук, появится прекрасная возможность слушать мои песни ушами, а не глазами. И сегодня как раз я анонсирую нашу новую песню с названием «Нам бы крылья», которая прозвучит в эфире 10 ноября. До свидания, друзья!